Приветик! Сегодня продолжаем смотреть сериал про Майнкрафт. Название сегодняшней серии – «Грустная история Разорителя». Это что-то вроде быков в Майнкрафте. Но перед этим обязательно поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали. И приступим! Давным-давно стада Разорителей бродили по земле, сосуществуя в гармонии. Но потом пришли дожди. Держись рядом! Мы шли несколько дней в поисках нового дома. Мы не могли отдыхать, не могли остановиться. Наконец-то мы нашли место, где было не слишком жарко или слишком холодно. Ну, а чего они дождя-то испугались? Вообще-то дождь — это вода, а воду... Они же пьют воду. Но когда я начал думать, что мы в безопасности... Мама! В яблочко! Посмотри, какая она сильная! Какая удача! Выбирайся, мам! Тебе надо выбраться отсюда! Бедный малыш! Беги! Беги! Смотри, бесплатная еда! Не отвлекайся! Мама! Я пытался поймать их, но я был такой уставший! Мама! Я все ревел и ревел, до тех пор, пока не уснул. Ой-ой, кто-то идет к нему. Приветик! Я раньше никогда не видел таких, как ты. Ты одновременно похож на корову и на осла. Нос вообще как у сельских жителей. Тебя создала природа или это какой-то безумный эксперимент? А ты кто такой? Меня зовут Лиса, но друзья зовут Лиса Красавчик. Да я вру, у меня вообще нет друзей. Мне надо найти мою маму. Они забрали ее. О, они? Ты имеешь в виду разбойников? У них были устройства, которые кидали в меня острые палки. Меня чуть не ранили. Да, это они. Слушай, я не знаю, откуда ты пришел, но здесь... Связываться с разбойниками – это верная смерть. Ну, я все равно пойду искать ее. Ты не сможешь остановить меня. Ну, разбойники хоть и жестокие, но они не виноваты в этом. Это ведь все из-за жителей. Это они во всем виноваты. Посмотрите предыдущие серии, там это отлично показано. Да я не собирался. У тебя все равно не будет шанса. Ты вообще когда последний раз ел? Да я уже... не помню. Для начала давай хотя бы это поправим. Ну же! Пожалуйста, я знаю этот лес как свои четыре лапы. Окей, лесная еда, экспонат первый. Улей с сочным медом. А что такое мед? О, парень, тебя ждет угощение всей твоей жизни. Какие забавные квадратные пчелы. Нам что, придется сражаться с этими штуками? Сражаться? Нет, если не хочешь быть ужаленным. Первый урок выживания в лесу. Всегда есть более умный способ получить то, что ты хочешь. Следи за мной. Цветочки, смотрите, здесь свежие цветочки. Цветочки, явные цветочки. Быстрее, быстрее, пока они заняты. Набирай сколько сможешь, просто хватай не глядя. В общем, это типичный хитрый лис. Молодец. Эй, мы слышали это. Бежим. Бон аппетит. По-испански значит «угощайся». Вау. Вкусно? А для меня это просто вторник. Если будешь рядом с лисой, то привыкнешь к хорошей еде. Тут я хочу немножко пояснить, что означает «просто вторник». Это значит, что для него это самая обычная еда, которую он ест практически каждый день. Я должен найти свою маму. Да, точно. Но пока мы идем, позволь мне показать все прелести нашего леса. Ha 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 ha!
Вау! На это можно смотреть вечно. Да, красиво. Неплохое место для жизни. И нам всегда нужны новенькие. Мне было весело, но... Ты же знаешь, я не могу остаться. Оу, пошли покажу тебе кое-что. Это последнее, обещаю. Что здесь произошло? Разбойники. Но, к счастью для нас, они всегда оставляют самое лучшее. А сейчас, как я понимаю, этот лис решил показать, что бывает, когда нападают разбойники. Пойти методом от противного, так сказать. Чтобы этот маленький разоритель испугался и не захотел никуда уходить. Ты только посмотри на это бесплатное мясо. Я не ем мясо. А ты вообще в курсе, что это так называемое бесплатное мясо раньше тоже бегало, как и ты? Может быть, это тоже был лис? Тогда посмотри, может, ты для себя что-нибудь найдешь. В рационе разбойников есть все. Погоди. Мама? Ой-ой-ой. Мама, ну же. Просыпайся. Проснись. Хватит лежать на земле. Пожалуйста, это я. Это я. Что здесь происходит? Да, спроси еще, кого еще тут сожрать? Бесплатное мясо. Нашел что-то клевое? Да-да-да, бесплатное мясо. О. Мне жаль. Я пойду за ними. Вау-вау-вау! Это за пределами леса. Неизведанная территория. Никто не знает, что там. Месть – это для людей, ясно? В дикой природе надо думать только об одном. Как дожить до следующего дня? Она до сих пор была бы жива, если бы ты не отвлекал меня. Это неправда. Тебе было так же весело, как и мне. Смирись с этим. Лес – это твой дом. И если пойдешь туда, то закончишь, как и она. Эй, ты слышал меня? Я сказал, что... Не мешайся под ногами. Бедный лисенок. Даже жалко его стало. Ведь он ведь хотел как лучше. Я пошел искать их сам. В полном одиночестве. Погрузившись в раздумья, я прошел многие мили. Мне было грустно и страшно, но не холодно. Моя жажда мести согревала меня. Всегда есть более умный способ получить то, что ты хочешь. Но я был слишком зол. Ну, вот что и требовалось доказать. Даже не пытайся, приятель. Это клетка из тройного армированного железа. Даже крипер не сможет выбраться. Посмотри, как он бьется. Такой жалкий. Ну вот и все. Пора спать. Я разбужу тебя утром. Что я делаю? Что я делаю? Что же я делаю? А почему ключница круглая? В Майнкрафте ведь все квадратное должно быть. Эй, приятель! А, не бейте меня! Я пришел спасти тебя! Ты пришел за мной? Да, капитан Очевидность. И давай я не пожалею об этом. А теперь пошли, пока твои похитители не проснулись. Это мой шанс. Нет, в прошлый раз они чуть не убили тебя, помнишь? Ну, сейчас он наверняка все испортит. Пожалуйста, помни, чему я тебя учил. Не делай это. Вернемся в лес, где безопасно. Блин, какая жесть. Этот разоритель в ярости очень-очень страшен. А Геймтунс, как обычно, все по жести идет. Кошмар.
Что ж, вот такая анимация. Это правда была очень грустная история разорителя. Ну и еще о лисенка. Ладно, посмотрим, что будет дальше.